О, рассвет после ночи бессонной, и трава в оловянной росе, и шлагбаум, как нож занесенный над шершавою шеей шоссе. Мы шагаем и головы клоним, и знобит нас, и тянет ко сну. В дачном поезде, в мирном вагоне лейтенант нас привез на войну. Нам исход этой битвы неведом. Неприятель все рвется вперед. Мой товарищ не встретит победу. Он за родину завтра умрет. Я старею, живу в настоящем. Я неспешно к закату иду. Отчего же мне снится все чаще, будто я в 41-м году. Будто снова я молод, как прежде, и друзья мои ходят живых, и еще не венки, а надежды возлагает отчизна на них. Автор идеи поэтического марафона, методист районного историко-культурного центра Наталья Замарина рассказала, что в этом году основной темой проекта «Стихи живут» станут произведения, посвященные Великой Отечественной войне и победе. Стихи о Великой Отечественной войне царапают сердца людей, рожденных в веке 20-м. А вот чтобы личную причастность к Великой Отечественной ощутили ровесники века 21-го, наши царапины должны кровоточить, как кровоточит Великая Отечественная военная лирика. Стать участником проекта может любой трудовой коллектив Ленинского городского округа. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.